Вітаємо усіх глядачів і слухачів першого міського. В ефірі проект «А як у них?». І сьогодні будемо говорити про актуальне з нашими гостями у студії та на онлайн-зв'язку. Мене звати Олександра Ченкова. А мене звати Вадим Шпаченко. І сьогодні ми будемо говорити про вакцинацію від коронавірусу. У багатьох країнах світу вона вже розпочалася, а в Україні має розпочатися у середині або наприкінці лютого, принаймні, якщо вірити міністру охорони здоров'я України Максиму Степанову. І сьогодні цю тему будемо обговорювати із нашою гостею у студії. Це позаштатний імунолог департаменту охорони здоров'я Одеської обладміністрації Людмила Самойленко. Вітаємо вас, дякуємо, що прийшли до нас до студії. І також на прямому зв'язку із нашою студією сьогодні лікар з Єрусалиму Юрій Терк, а також лікар із Нью-Йорку Євгеній Пінеліс. Вітаємо і наших онлайн-гостей також. Отже, Людмило, ну вже за місяць, може трохи більше, за словами міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, в Україні розпочнеться вакцинація. Ви вже маєте чіткий план дій? Ви розумієте, що буде відбуватися? Да, мы получили дорожную карту, которая четко прописывает алгоритм, которая прописывает последовательность вакцинации, где четко прописаны группы, которые вакцинируются в первую очередь, группы, которые вакцинируются во вторую, в третью, в четвертую очередь, где прописан, в общем-то, алгоритм, на базе чего будет проводиться вакцинация. Да? То есть как бы это могут быть мобильные выездные бригады, это может быть на базе существующих кабинетов вакцинации. Мы начинаем потихонечку работу в плане формирования этих мобильных бригад и подготовки, ну, кабинетов вакцинации к последующей вакцинации от COVID-19. Якою вакциною будуть щепити людей, так? Яка це буде вакцина? Модерна, наскільки я розумію, так, за останніми на самом деле, чесно говоря, вопрос про вакцину поки остається відкритим. Це може бути Модерна, це може бути, в принципі, китайська вакцина, це може бути... Там є два производителя, там є Sinovac і Sinopharm, да? То есть, как бы, я не готова ответить на вопрос, какая конкретно будет вакцина, но на самом деле из того, что я знаю, все эти вакцины проходят сертификацию. То есть вакцина, которая полностью прошла сертификацию, к сожалению, наверное, нет еще. Ну, это по той информации, которая у меня есть на сегодня. Информация, честно, меняется вот каждые, наверное, 15 минут. Поэтому я буду говорить вот по той информации, которую я имею сейчас, сегодня, то есть завтра она может быть совсем другая. Да, то есть как бы из того, что я знаю, ни одна вакцина не прошла третий этап испытаний. Да, то есть как бы, да, начатое использование вакцины Pfizer, начатое использование вакцины Moderna, да, то есть как бы, но однозначно как бы сказать, чем будем вакцинироваться мы, я не могу. Тобто немає такого, що американська або німецька вакцина, вона краща за китайську, тобто нема такого? Ну, на самом деле, є різні технології производства вакцини. Ні, вона просто отличається совсем по производству. Если американская, ну, Pfizer и Moderna, это так называемая РНК-технология вакцины, да, то есть это новая технология вакцины, она такая достаточно передовая, вот, то если говорить про, допустим, сравнивать с китайской вакциной или с AstraZeneca, там, допустим, у китайской вакцины это, ну, обычная классическая процедура, это просто инактивированный вирус, да, то есть как бы мы работаем такими вакцинами, ну, то есть неживая вакцина, вот. А если говорить, допустим, про AstraZeneca, то там тоже достаточно стандартная, то есть такие вакцины раньше в мире использовались не очень активно, там в качестве доставки в клетку используется другой вирус, который лишается свойств вызывать болезнь, на него как бы подсаживают сверху антигены, которые вот коронавируса, и этот вирус доставляет это в клетку, чтобы наработался иммунный ответ. То есть нельзя сказать, какая-то вакцина хуже, какая-то лучше. То есть это просто разные способы производства вакцины, но и если быть честными, учитывая, что они требуют разного температурного режима хранения, то нужно реально оценивать наши возможности, да, то есть как бы чтобы прививаться Pfizer'ом. Она после размораживания может храниться в течение 5 суток. В принципе, обеспечить такой температурный режим, наверное, в наших условиях будет достаточно сложно.
Достатньо складно, це неможливо. У нас немає відповідних холодильних установок, наскільки я розумію. Чи все ж таки є? Pfizer требує температури мінус 70. Так. Производитель гарантирует доставку и хранение в специальных боксах в течение 10 дней. К сожалению, на нашем уровне, ну вот на уровне точно Одесской области, условий для хранения при температуре минус 70 на сегодняшний момент нет. Модерна, она более, у нее более ласковые, так скажем, режимы хранения, да, то есть как бы она может при температуре минус 20 храниться до 6 месяцев, и в размороженном состоянии она может храниться до месяца, да, то есть вот как бы ее нам мы более реально можем принять, потому что у нас есть условия для хранения при температуре минус 20, и, естественно, мы можем обеспечить хранение в течение месяца при температуре обычного холодильника плюс 2, плюс 8. Ну, то есть, как бы, естественно, нам нужно оценивать свои реалии для того, чтобы вакцинация была эффективной. Ну, давайте дізнаємося, якою вакциною вакцинуються в Ізраїлі. В нас Юрій Терк, лікар з Єрусалиму, на зв'язку. Юрію, вітаємо вас. Розповідайте, яка вакцина сертифікована в Ізраїлі. Ми знаємо, що ви вже вакцинувалися. Розповідайте про враження і як це взагалі проходить. Да, на сегодняшний день в Израиле работают две вакцины. Это вакцина Pfizer и чуть-чуть работает вакцина Moderna. Вакцину Pfizer долго и нудно получали с помощью премьер-министра, который не давал покоя главе компании Pfizer, и смог, это уникальный случай, когда на сегодняшний день у нас вакцинирована пятая часть населения. У нас группы риска получают уже вторую прививку Pfizer. Moderna. Moderna – это частичная израильская разработка. Она используется на сегодняшний день только для армии обороны Израиля. Я лично получил прививку Pfizer. Прививка, как обычная. На следующий день действительно рука очень болела, никаких других побочных эффектов я не заметил. По сообщениям журналистов, 70% израильтян жалуются на побочные эффекты от прививки, но жалобы, на мой взгляд, очень субъективные. Это боль, это слабость, усталость. Ну, какой еврей не жалуется, только мертвый. Юрій. Зрозуміло. А як взагалі проходить вакцинування? Тобто це в першу чергу лікарі вакцинуються. Як в Україні це планують робити? Чи населення вже також потрохи вакцинується? Така масова історія? Чи потрохи поетапно? Так, звісно. У нас поетапне є вакцинування. Врачі більше чи менше частю вакцинировані всі, за ісключенням тих, у кого були якісь противопоказання. Вакцинирована группа населения Е65+, вакцинированы группы риска со сниженным иммунитетом, хронические заболевания легких, астма. Сейчас медленно, наверное, мы вакцинируем по плану 45+ группу, но по факту из-за проблем логистики у нас это тоже есть. Было так, что в некоторых населенных пунктах не хватало тех самых групп риска. И делали прививку, чтобы не выкидывать, но хоть кому-нибудь. Поэтому есть те, кто получил прививку, это и подростки, и группа 30+. Так получилось, что на всех пенсионеров не хватило. Поэтому пенсионеры кончились, а прививка осталась. О прививке. Прививка МРНК, в чем ее большой-большой плюс? Эта прививка, она очень похожа по своей схеме работы на вирус. У вируса есть специфические Е-шипы, с помощью которых он внедряется в клетку. Прививка представляет собой способ заставить тело вырабатывать эти шипы. То же самое делает и вирус, но в процессе болезни из нее формируются целые вирусные тела, а с помощью прививки формируются только эти шипы, и на них вырабатывается иммунитет. Юрій, а щодо вакцини
Pfizer, так, якою вакцинували і вас, і більшість населення в Ізраїлі. А ми тут говорили вже у студії про, до речі, про проблеми логістики, про те, що немає у нас, принаймні в Україні, на Одещині, відповідних холодильників, які можуть утримувати ту температуру у мінус 70 градусів. І тому є великі сумніви щодо того, чи зможуть в Україні вакцинувати цією вакциною, чи просто вона не буде дорогою до людей, якими вона призначається, не буде вона псуватися, так? А чи є така проблема в Ізраїлі? Чи достатньо у вас холодильників, технологій для того, щоб вакцинувати людей цією вакциною і не переживати про те, що вона може зіпсуватися дорогою? Для Ізраїля це був вопрос денег. Ізначально таких холодильників не було. Когда в них появилась необходимость, мы нашлись деньги и появились холодильники. Здесь все очень дуже просто чітко было. А скільки часу пішло на це усе? Ви стежили за процесом? Чтобы сильно не соврать, вопрос холодильников решили в течение 3 недель. Угу. Від моменту... От моменту у нас нет, до моменту ввод холодильник, включить його в розетку. Чомусь я не дивуюся, навіть не знаю чому, але не дивуюся. Дякуємо, Юрію. В нас також на зв'язку Євгеній Пінеліс, лікар з Нью-Йорку. Маємо перейти на російську мову, щоб нас Євгеній краще розумів. Євгеній, здравствуйте. Розкажіть, пожалуйста. На українському, але все-таки не всегда. Расскажите, пожалуйста, как вакцинация от COVID-19 проходит в Соединенных Штатах Америки? Зависит ли это от штата? Какой вакциной вакцинируют людей и так далее? Да, здравствуйте еще раз. У нас, конечно, нет такой эффективности, как в Израиле. Все-таки очень большая страна, очень разнородно заселена. Некоторые области, там, в Нью-Йорке в городе больше людей, чем живет в Израиле, а в других штатах намного меньше плотность населения, и, соответственно, население более разбросано территориально. В Америке вакцинация началась сразу после экстренного утверждения вакцины FDA, нашим надзорным органом за лекарственными средствами. Это случилось 11 декабря, и сразу же началась вакцинация в основном в большинстве штатов. Это было решено, что начнут вакцинировать с медработников, после чего распространят вакцинацию на группы риска. В общем, в Нью-Йорке сейчас, к сожалению, вакцинировано всего 3%, 3,5% населения. Вакцин достаточно много, но, конечно же, не хватит на весь город сейчас, поскольку на все Соединенные Штаты было, насколько я помню, 50 миллионов доз заказано в начале, вот в первый месяц вакцинации, потом, я думаю, производство пойдет и вакцин будет предостаточно, но сейчас, к сожалению, у нас вакцинировано всего 3,5% населения в Нью-Йорке, и, в общем, это примерно стандартная ситуация для большинства регионов, мало где вакцинировано сильно больше от проживающих людей. У нас вот сейчас идет закон с медработниками, но большинство медработников, которые хотели привиться, привились первые дни. Сейчас прививают группы риска, примерно то же самое, что в Израиле, как сказал Юрий, люди старше 65, люди с сопутствующими заболеваниями. Очень много центров вакцинации по всему городу. В общем, особо никуда ехать не надо даже для пожилых людей, для людей, у которых проблемы с транспортировкой, в общем, скорее всего, центр будет в пределах короткой поездки на такси или на общественном транспорте. Тоже, в общем, с холодильниками проблем у нас не было, их довольно много. И, в общем, опять же, да, вопрос денег и вопрос доставки, все это было осуществлено. К сожалению, вопрос в количестве вакцин, количестве доз. И в целом, судя по всему, некоторого недоверия населения к вакцинации. То есть нельзя сказать, что идет огромный ажиотаж, хотя в некоторых штатах ситуация лучше. Например, в Нью-Джерси сейчас уже не записаться на вакцинацию до середины весны, а в Нью-Йорке, как я понимаю, записаться проще, но в любом случае, да, вакцинация ограничена количеством доз, количеством желающих, да, скоростью доставки вакцины в центры вакцинирования. Евгений, а какие аргументы у людей, которые не очень, как вы говорите, доверяют вакцине от коронавируса? Чего боятся?
Ну, опасения побочных эффектов, в общем, действительно, это уникальная ситуация, когда от появления вообще самой идеи этой вакцины, что случилось где-то в начале зимы прошлого года, до, как минимум, экстренного утверждения вакцины прошло всего ничего времени, и на самом деле и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca, это другие компании, китайские компании, даже российские компании, они, в общем, проделали очень серьезную работу в плане исследований. Не все исследования получились легко интерпретируемыми, то есть данные Pfizer и Moderna, на мой взгляд, очень несложно интерпретировать, очень несложно понять, но, несомненно, это очень-очень короткий срок наблюдения за достаточно новым и уникальным препаратом технологически. И в этом ситуации люди просто опасаются побочных эффектов, хотя, опять же, это то, что мне сложно понять, потому что каждый день в США от коронавируса умирает несколько тысяч человек. То есть мы чуть ли не еженедельно бьем рекорды по количеству смертей от коронавируса. И, в общем, побочные эффекты вакцины, ну, во всяком случае, пока вот, опять же, если посмотреть на Израиль, где действительно огромное количество доз уже было дано населению, в общем, побочные эффекты не выглядят ужасающими. Понятно, что это очень короткий срок наблюдения, что-то еще может проявиться, что-то мы можем увидеть, но в данный момент, мне кажется, учитывая, что да, 9 месяцев работы с коронавирусом, в общем, болезнь существенно страшнее вакцинации. Евгений, поставили ли вам уже прививку? Да, я получил обе дозы. Вот вторая доза у меня была на прошлой неделе, в среду. В общем, я могу сказать примерно то же самое, что Юрий, перенес безо всяких проблем. Немножко болела рука после первой дозы, особенно после второй не так сильно. Была какая-то усталость, какие-то субъективные действительно жалобы. Ничего более серьезного я не испытывал. Мой коллега, который моложе меня, 2 дня лежал с температурой. Ему было действительно, ну, ощущение такого плохого вирусного заболевания. Но после 2 дней он восстановился и, в общем, чувствует себя сейчас отлично тоже. Мы знаем, что некоторые врачи в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, в частности, отказываются от вакцины в пользу людей, которые больше в ней нуждаются, в пользу там, людей из группы риска. Так ли это на самом деле? Я не знаю, можно ли отказаться в пользу. Мое личное мнение, опять же, я не занимаюсь администрированием здравоохранения, я не занимаюсь распределением вакцинации. Мое личное мнение, что первыми надо было все-таки вакцинировать группы риска, а потом уже медработников. Больницы все-таки заполняются в основном не медработниками. Но это было решение правительственное, в общем. Знаете, ну, мы работаем с этой эпидемией там уже 10-11 месяцев, и, в общем, действительно, кто-то заболел, но все уже научились использовать средства индивидуальной защиты, быть осторожными. А население, в общем, в группе риска намного чаще болеет тяжело и попадает в больницы и реанимации. Но в любом случае решили так. Я не знаю, могу ли я сказать, вот дайте мою вакцину вот человеку 65 лет и старше. Многие отказывались именно из-за опасений побочных эффектов, а вот такой причины отказа я не слышал. Ну вот, собственно, если говорить о побочных эффектах, и ни в Израиле, ни в Соединенных Штатах, насколько я понимаю, слава богу, ничего подобного не произошло, но есть такая настораживающая новость из Норвегии, где 29 людей в возрасте старше 75 лет после прививки именно вакциной Pfizer, они скончались. Были какие-то инструкции на этот счет у вас? Вы знаете, у нас, ну, есть базовые противопоказания к вакцинации. Я хотел про вот эти 29 человек в Норвегии. В США тоже были смертельные случаи после вакцины. Понимаете, сказать «после» и «вследствие» требует, в общем, серьезного расследования. Именно вот эти случаи в Норвегии, это все были пациенты из домов престарелых, которым было далеко за 80 или за 90 лет. И помимо возраста, что не является основным фактором, у них у всех был очень высокий, то, что называется, индекс дряхлости. Это один из параметров, который мы часто используем при госпитализации пациентов, пожилых пациентов. Индекс дряхлости – это совокупность как возраста, так и сопутствующих заболеваний, возможности человека функционировать, как он, что он может в плане физической нагрузки и насколько болезни позволяют этим людям нормально жить. И у всех этих пациентов, которые умерли после вакцинации, был очень высокий индекс дряхлости. То есть они были действительно тяжело больными людьми, практически инвалидами. В этой ситуации Департамент здравоохранения Норвегии принял решение
сделать этот индекс и вот людей в таком возрасте с такими сопутствующими заболеваниями, с сопутствующими проблемами, как противопоказание для вакцинации. Они не останавливают программу вакцинации, они расследуют эти случаи. Я надеюсь, что в Норвегии все расследования будут открыты, и они предоставят информацию, что послужило причиной таких исходов, была ли вакцинация в этом замешана, или это были какие-то не связанные с вакцинацией проблемы. Опять же, в Норвегии каждую неделю умирает в домах престарелых до 400 человек, то есть это могло быть просто нормальной смертностью, к сожалению, ну, как бы люди смертны. Но в любом случае, я надеюсь, что это будет все расследовано, и открытая информация появится, мы сможем говорить, что там действительно произошло. Какие прогнозы в Соединенных Штатах по темпам вакцинации, когда следующий этап, когда уже вот эти вот 3% вырастут во что-то более значительное? Есть у вас четкий план? Опять же, ситуация тут, как бы все делятся на оптимистов и пессимистов. Некоторые считают, что за весну мы успеем провакцинировать достаточное количество людей, чтобы получить серьезную, в дополнение к переболевшим, иммунную прослойку. Кто-то волнуется из-за различных проблем с логистикой вакцинации, с отказами от вакцинации. В общем, есть менее оптимистичные прогнозы, что, к сожалению, нам не избежать еще третьей волны, которая сейчас у нас идет вроде как везде, первая, вторая волна. Ну, что еще будут как бы вспышки коронавируса, и что не успеем мы достаточно людей вакцинировать. К сожалению, пока прогнозы разнятся, я надеюсь все-таки на лучшее. Я надеюсь, что люди, увидев, в общем, достаточно благоприятные исходы вакцинации, начнут более ответственно к этому подходить, и что мы увидим большее количество вакцинированных в течение нескольких месяцев. Спасибо, Евгений. Людмило, давайте підбивати підсумки. І знову-таки я хочу запитати ось про безпечність вакцини. І наскільки ми взагалі маємо зараз якусь інформацію, знову ж таки, на прикладі Норвегії. Тому що це тема, яка хвилює дуже багато людей. І от люди, які виступають проти вакцинації, які там мають якісь аргументи про те, що вакцина або неефективна, або небезпечна, от вони тепер будуть звертати увагу на ці новини, про те, що там якісь люди померли від вакцини, і приводиться це як аргумент проти вакцинації. А як ви можете, як спеціаліст, прокоментувати ось? Ну, на самом деле, прозвучало передо мною, да, то есть, как бы, нужно еще доказать, что эти смерти, они были связаны с вакцинацией, да, то есть, как бы, есть такое понятие, в общем-то, при любой вакцинации есть понятие совпадения по времени, да, то есть как бы пациент может погибнуть вне зависимости от связи с вакцинацией, то есть и после того, как будет проведено расследование, будет действительно ясно и понятно, связаны ли эти смерти с вакцинацией или это действительно естественная смерть, которая наступила, потому что это были пожилые люди. У нас такого индекса дряхлости я, по крайней мере, не встречала. Мне кажется, это действительно вот такой замечательный показатель, надо почитать более внимательно, то есть как бы естественная смерть, которая наступила ввиду естественных причин, которые бы возникли вне зависимости. То есть вот эта фраза, что ежедневно умирает до 400 человек, да, то есть как бы говорит о том, что люди умирают вне зависимости от того, была или не была вакцинация. Ну, из того, что я понимаю по вакцинам, я еще раз озвучиваю, что я говорю, что вот информация на каждый день меняется. Из того, что я читала, все вакцины, которые есть, они созданы на основе достаточно длительных наработок. И те же мРНК-вакцины, да, то есть которым относятся Pfizer и Moderna, они изначально, то есть как бы почему они так были быстро созданы, да, потому что эти вакцины уже используются для лечения опухолей, то есть есть такой же опыт разработки таких вакцин, то есть как бы просто в связи с тем, что эта эпидемия была настолько быстрой и нужно было очень быстро работать, объединились максимально научные умы, и так быстро произошло создание вакцины. Про те же, допустим, векторные вакцины, если говорить про AstraZeneca, тоже достаточно уже разработанная технология, которая уже в принципе, то есть это не то, что она сегодня появилась, да, то есть и сегодня создали вакцину вообще абсолютно неизвестного механизма действия. Ну или вот то же самое про китайские вакцины, там вообще классическая стандартная процедура, то есть как бы это классические вакцины, которые мы пользуемся, которые используем годами, просто это как бы другой вирус, но методика производства вакцины, сам, ну вот
Сама база производства вакцины, она тоже, в принципе, стандартная. И из того, что я тоже смотрела, ну, то есть у меня, к сожалению, опыт только вот литературный, да, то есть, так скажем, почитать, да, то есть как бы никаких серьезных побочных эффектов при использовании вакцин, кроме вот как местных реакций, в принципе, нигде ни по одной вакцине не отмечалось. И в первую очередь, да, когда вакцина идет в какую-то практику, да, то есть мы говорим в первую очередь о безопасности вакцинации. Следующий вопрос – это эффективность безопасности, да, эффективность вакцинации. Поэтому, ну, учитывая действительно тяжесть заболевания и количество процент летальных у там, где это группы риска, то, конечно же, вакцинация – это спасение, потому что коллективный иммунитет – это единственное, что сможет остановить інфекцію. Часу вже не лишилося, але Юрій Терк щось хотів додати. Юрію, буквально півхвилини в нас є, будемо йти на паузу. Слухаємо вас. О вакцинах. В Ізраїлі на 2 мільйони вакцинованих тільки у одного чоловіка произошла алергічна реакція. Одному із медработників по ошибці вкололи вмісто одної дози 6. З чоловіком абсолютно нічого не случилось. По-моєму, це достатньо, щоб сказати, що вакцина безпечна. Нічого собі, замість однієї шість, це нічого дивна собі. Дивна ситуація, але добре, інформація, що все добре, проголошена так. Юрієм, вона заспокоює. І з нами на прямому зв'язку з Ізраїлю був Юрій Терк, лікар з Єрусалиму, і також Євгеній Пінеліс із Нью-Йорка, лікар також був на прямому зв'язку з нами. Дякуємо вам, що доєдналися до нас. У студії ми спілкувалися з позаштатним імунологом Департаменту охорони здоров'я Одеської обладміністрації Людмилою Самойленко. Дякуємо вам, Людмило, що прийшли до нашої студії. Залишайтеся із нами за кілька хвилин, а як у них повернеться в ефір. Ми повернулися в ефір першого міського і наразі будемо говорити про морози, які особливо тяжко даються людям, що не мають домівки. Про те, як їм допомогти і де можна зігрітися. Сьогодні будемо говорити з нашими гостями. Олександр Грицаєнко, керівник притулку для бездомних у нашій студії. Вітаємо вас. Вітаємо. Добрий вечір. Також сьогодні з нами на онлайн-зв'язку Федір Герасимов, засновник служби допомоги безпритульним «Нове життя», який наразі знаходиться у Києві, та Нік Віцинський, що мешкає у Берліні. Також вас вітаємо. Ну, а перед тим, як перейти до спілкування, пропоную подивитися невеличке відео, як створювався перший в Одесі пункт обігріву цього року. Це було 14 січня на Куликовому полі. Дивимося. Отже, побачили ми, як створювався пункт обігріву на Куликовому полі. Олександре, скільки вже людей відвідало цей пункт і якій кількості людей допомогли? Ну, кожну ніч, кожен день, от, або, правильно сказати, за сутки проходить 150 чоловік. Ну, 140. На даний момент, от, коли я їхав к вам на ефір, вже було зареєстровано 142 чоловіка. Це постійно одні і ті ж самі люди, чи приходять різні? Ні, різні люди приходять. Пункти... Є повтори, але в основному різні люди. Пункти обігріву, вони передбачені лише для людей безпритульних, для пияк? Чи туди може зайти абсолютно будь-яка людина? Ні, будь-який чоловік може зайти. Много заходять людей, які йдуть на канатну платити в банк комунальні послуги. І заходять просто погрітися по дорозі, тому що на самом деле холодно. Тобто реально значна частина відвідувачів пункту обігріву – це не безпритульні?
Нет, ну на самом деле значна безпритульність. Але регулярно заходять і звичайні люди, які мають власну разні. Домівку, просто замерзли на вулиці. Да. Так. Яку ще допомогу можна отримати у пункті обігріву, окрім того, щоб зігрітися? Медицинську. Кожен вечір, і сьогодні в тому числі, стоїть машина, працює наш волонтер-медик, который в состоянии обработать раны, обеспечить первой необходимой помощью. То есть, ну, вот так. Розкажіть трохи про роботу більш так загально цього пункту обігріву. Що там робите, скільки людей, що ще можна отримати з цього пункту обігріву, окрім медичної допомоги та чогось гарячого поїсти, попити. Можливо, там психологічна допомога є, я не знаю. Загалом розкажіть про роботу. Смотрите, прежде чем говорить о роботі, хочеться сказати огромное спасибо всім службам городським. Муниципальной службе охраны, полиция, скорая помощь, жилищно-коммунальные, за туалеты, за вывоз мусора, за дезобработку. Но цель приюта, пункта обогрева стоит в том, чтобы выявить людей, ну, на самом деле проблему человека и помочь ему перестать быть бездомным. Да? То есть либо поехать на приют, либо поехать домой. Потому что первые вопросы всегда мы задаем, откуда? Человек говорит, приехал на заработки, почему на улице? Украли документы. И, то есть, грубо говоря, этот клубок надо как-то распутать для того, чтобы человеку помочь. Вот на данный момент я ехал сюда, подошел человек, который освободился из мест лишения свободы. Ему некуда идти. Вот он сегодня освободился, сегодня узнал и сегодня пришел, потому что идти ему некуда. То есть и просит помощи, ну, для того, чтобы поехать на приют. Потому что иначе, ну, последствия мы понимаем, что он останется на улице и все. Тобто можна отримати і психологічну допомогу, так працюють Конечно, психологи, да. І соціальну. Ось ви кажете про те, що людина, вона кудись, ну, ділися її документи, і ці документи можна відновити, це може займатися соціальна служба міська, так? Да, тобто да, це все робиться. Да, да. А наскільки люди охоче приймають цю допомогу? Тому що ми ж розуміємо, що контингент такий. Тобто хтось готовий їхати до притулку, а хтось просто зайшов зігрітися, поїсти і піти собі далі. Як це відбувається? Яка така картина, яка найбільше характеризує те, що відбувається в пунктах обігріву і після нього? Ну, то вже, знаєте, як більше... Насколько человека достала эта жизнь, грубо говоря, понимаете? Потому что, ну, говоря о себе, 20 лет назад у меня тоже была такая проблема. И я понял, что это не моя жизнь, я не хочу так жить. И я, ну, к счастью, обратился за помощью в один из таких приютов, тогда в Славянске он был, и... Все хорошо. Але ви хотіли отримати цю допомогу? Ви були до неї готові? Я не стільки хотів отримати допомогу, скільки хотів перестати так жити. Понимаете? Вопрос в тому, що, як правильно сказати, многим людям не нравятся последствия, но им нравится вот свобода. И когда мы говорим о том, что есть правила, которые ты будешь соблюдать, и ты станешь человеком. Многие, ну, не хотят соблюдать эти правила, к сожалению. Но приходит время, мы работаем над этим, потому что каждый день, кормя людей на привокзальной площади, мы много говорим, много рассказываем. Мы говорим, что большинство волонтеров – это люди, которые однажды были в такой ситуации, и сегодня они, посмотрите, они могут помогать и вам в том числе. То есть есть яркие примеры того, что жизнь может измениться. Ви подякували міським службам. От цікаво, яку частину роботи зараз роблять волонтери, тобто ви і ваші колеги, так, якщо можна так сказати. І чим саме допомагають міські служби, там міська адміністрація, поліція, медики? От як розділена ця робота? Ну, муниципальна служба охорони у нас, так скажем, на гарячій, на красній кнопці. При першому там конфлікті ми можемо визвати. Естественно, безперебойна подача електроенергії в палатку. Тобто це теж не від нас. Скорої помощі, ну,
я не знаю, вчера, сегодня еще вот вечером мы подобьем результат уже при передаче смены, знаете, но вчера 10 раз 10 человек привезла скорая помощь с улицы. Конкретно людей, которые находились, ну, мягко говоря, в приграничном состоянии. Понимаете? Поэтому... Так, а швидка вона привозить до пунктів обігріву, да, людей? Смотрите. Чому не до лікарень? Потому что, ну, человек не нуждается в медицинской помощи, он просто замерзает на улице. Просто люди звонят. Вчера также просто жители города привезли на легковой машине, увидели мужчину возле гаражей и привезли его, сказали, вот, оставили свой телефон и сказали, если он в чем-то будет нуждаться, в вещах или то, мы можем звонить, они с удовольствием помогут, понимаете, то есть... Ну, це такий дуже крутий тому, приклад. Що інформація широко розпространяється, ну, люди, жителі Одеси, да, конкретно, вони теж не останнє участь приймають. І з нами на прямому зв'язку із Києва перебуває Федір Герасимов, засновник служби допомоги безпритульним «Нове життя». І ми знаємо, що Федір у Києві зараз поїхав вирішувати деякі проблеми, які там є із допомогою безпритульним людям. От, Федор, розкажіть, будь ласка, що за проблеми у Києві зараз? Добрий вечір. Да, дійсно, не то, що ми к этому йшли, в принципі, 4 роки. На сьогоднішній момент ми встановили сьогодні пункт обогрева в Києві. В Києві є багато стаціонарних пунктів обогрева, які стоять, ну, якоби офіційно, але по нашим даним і ті, які перевіряли, их практически, если есть они, то бездомный человек туда не может попасть по разным причинам. То есть создан бюрократический какой-то порядок, что для бездомного человека, чтобы туда попасть, это практически невозможно. Но, слава богу, достигнуты согласования с администрацией города и на Дарницкий железнодорожный вокзал мы установили сегодня пункт обогрева, будет где-то на 120 мест. И также вот буквально сейчас это 7 часов мы пускаем туда людей, будет чай и так далее. Ну, это, в принципе, такой пункт впервые сказать в Киеве, к большому сожалению, потому что меня удивило то, что столица Украины и ни одной даже хотя бы военной палатки нет. Но, слава богу, достигнуто, и мы смогли установить впервые і в Києві. Цікаво, що одеські волонтери допомагають столиці, столичному, щоб вони самі цього не могли домогтися, як ви кажете, 4 роки. А влада міська Києва якось допомагає, тому що ми почули зі слів Олександра так, що в Одесі влада бере участь, ну, доволі таки активно, електроенергія, там, дезінфекція і так далі. Цим всім місто допомагає. Як у Києві, після того, як встановили вже намет, палатку, щось якось влада підключилася до цього? Ну, центральне я бы сказал, что она не участвовала. Есть район, где этот район конкретно взяли на себя ответственность, они пригласили, они нам предложили, с ними мы согласовали, и мы к чему-то пришли. Мы хотели на центральный железнодорожный вокзал, где самое большое скопление бездомных, но там нам ответили, что у них нет на это ресурс для того, чтобы оплатить электроэнергии, и у города нету резерв для того, чтобы, как в Одессе, для того, чтобы обеспечить электроэнергию. Это есть проблема. Мы где-то 2 месяца при переговоры, к сожалению, они ни к чему хорошего. Голова вышла на нас и предложила нам установить в ихнем районе. Но мы благодарны тому, что эта часть людей получит помощь, но сама центральная часть здесь самая большая. Не дали электроэнергии на то, что они ответили, что у нас на этого денег нету. Ну, конечно, удивительно, что столица Украины, и у них денег такого нету. Как бы пример, если взять сравнительно, как в Одессе происходит, у нас уже на протяжении 4 лет, но в этом году вообще все, в принципе, хорошо проходит работа и скорой помощи, и полиция, и все связано. В Киеве намного сегодня устанавливал пункт, и настолько власти относятся к такой категории людей безразлично, что, ну, я просто очень сильно удивлен.
я все видел, ну, как сегодня с некоторыми сотрудниками, госчиновниками разговаривал, и насколько для них эти люди, ну, считают не за людей. Ну, это меня очень привело в таком шоке просто. Як ви думаєте, чому така ситуація саме у Києві складалася до того, як ви там опинилися, і чому там таке ставлення загалом до людей? Ну, сложно сказать, потому что я только начинаю с этим городом работать. Ну, как один из чиновников, ну, с госчиновником сказал, говорит, Киев вам не Одесса, это вы в Одессе можете найти общий язык с властями, это вы в Одессе можете с кем-то, но в Киев вам придет один так вот негласно, говорит, вы должны понимать, что за все, что вы хотите сделать в этом городе, вам придется с кем-то о чем-то делиться. Я говорю, послушайте, мы не бизнес-структура, мы делаем работу, которую город должен делать. Но, говорит, ну, у нас все по-другому. Поэтому вы должны понимать, с чем вы столкнетесь. Если вы захотите, то вы должны прежде всего подумать, что вы можете сделать для властей, для администрации, для того, чтобы вы могли спокойно работать. Вот такой был ответ. Цікава відповідь. Так. Цікава відповідь і не дуже приємна. Хочеться ще поспілкуватися із Ніком Віцинським, який до нас долучився, із Німеччини. І от, Ніку, вітаємо в чергове вас. Зараз спало на думку, що ніколи нічого не чув про берлінських безпритульних. Вони там є взагалі чи ні? Безусловно, в Берліні достатньо багато бездомних. Добрий вечір. Є точно так же, помимо бездомних, ще багато біженців, але вони не в самому Берліні, але є малоімущі сім'ї. Бувають різні ситуації. У нас достатньо багато шелтерів, приютов по всей Германии распространены, есть как государственные организации, то есть ночлежки, так и частные организации, которые этим занимаются. У них есть как и стационарные обогревательные станции, или как их назвать, так и мобильные пункты, которые разъезжают, и они не только обогревают людей, они предоставляют им еду, одежду различную, теплую. Одна из организаций делает это 3 раза в неделю. К сожалению, сейчас ввиду коронавируса у нас очень большая нехватка мест в ночлежках, но пока как-то справляется, насколько я знаю. Но при этом как бы волонтеров, к слову, то есть те люди, которые не участвовали сами в организации, не являются работниками, их всех волонтеров отпустили под маму и сказали, что больше пока что не принимают ввиду коронавируса. Ви сказали, Ніко, що є щось на кшталт пунктів обігріву. Чи є вони наразі у Берліні? Скільки їх? І туди приймають лише людей безпритульних? Чи людина може будь-яка також зайти і погрітися трохи? Я не знаю насчет, скільки їх в Берліні. Я, чесно говоря, їх не видел. Опять-таки, я зараз сижу в карантині. Я і до этого, в принципі, год назад, і до этого я не видел їх. Тобто я не знаю міста їх нахождення, но я уверен, что они есть. По поводу того, кто может посещать их, не обязательно бездомный человек. То есть одна из организаций, которую я вот посмотрел прямо перед эфиром, она, в принципе, готова принимать людей и обеспечивать едой, питьем, одеждой. Даже тех, у кого есть квартира, но которые просто не имеют денег на то, чтобы купить себе еду, либо купить себе теплую одежду. Их точно так же примут, обеспечат. Условий, слава Богу, попадання в такий період, я, к сожалению, не знаю. Ну, щодо пунктів обігріву, ми також напередодні ефіру з Вадиком знайшли круту статтю. Я зараз попрошу нашого режисера показати ці фото. Ми знайшли таку інформацію, що у місті німецькому Ульм є ось такі стаціонарні пункти обігріву, їх називають гнізда. Тобто це такі гніздечка, так, які опалюються, і в яких може поспати безпритульна людина. І в чому особливість, що ця, ну, що безпритульна людина, так, ми можемо подумати, що можна ж піти до шелтера, до притулку, і все буде добре там зігрітися. Але до таких притулків, наскільки ми знаємо, з собаками, з
будь-якими іншими тваринами, які дуже часто бувають у безпритульних людей, не пускають. І ось у таких гніздах можуть зігрітися в тому числі і тварини безпритульних людей. І це, до речі, прикольно, і встановлює їх саме міська влада. Тобто це робить не держава, а саме міська влада. Ніко, щось в Берліні таке є, чи це особливість міста Ульм? Я поспрашував людей. К сожалению, те, кого я спросил, нам неизвестно такое, чтобы было все-таки в Берлине такое. Но тут надо понимать, что город в Германии от города другого в Германии – это большая разница ввиду политического деления, потому что каждая земля имеет достаточно какую-то независимость друг от друга. Поэтому то, что в Ульме такое устанавливают, вероятно, у них есть в этом необходимость, есть на это деньги, есть программа. В Берлине… Такого нет. В Берлине зато переделали самый главный клуб, номер один. Его переделали сначала в станцию по вакцинации, по-моему, либо по приюту. И сейчас я знаю, что он вроде как работает тоже как шелтер некий. Цікаво дізнатися думку Федора ще щодо ось цих гнізд. Чи може бути вирішенням деякої проблеми поява ось подібних гнізд в українських містах? Чи це не наш шлях? Ні, у нас дійсно складно та буде такий проєкт реалізовувати. Хоча, коли я був в Штатах, я бачив щось подобне, ну не прямо такі маленькі, ну там домик на один, на два и на три человека. И мы даже вели переговоры с нашими городскими властями о том, чтобы мы создавали на юг Украины, то есть в Одессе, такой как бы поселок для бездомных людей, именно с таких маленьких деревянных домиков. Это более-менее реально, потому что у нас как-никак не… Ну, то есть зимы бывают холодные, и эти домики надо их как-то чем-то обогревать. Но это возможно. Я это видел на север, в Массачусетсе видел, в Сиэтле видел. И это очень практикуется, и очень это работает. Ну, надеемся, что такой проект мы реализуем, может быть, когда карантин. И это еще у нас проект открытый. То есть как бы вопрос над этим проектом. Это очень хорошая тема для тех городов, где очень много бездомных людей. Это как Одесса, Киев, но в Киеве ну, холоднее, это очень сложнее будет реализовывать такой проект, но в Одессе это все возможно. А Федора, чи самостійно подібний проєкт реалізувати тільки волонтерам? Чи без допомоги міської влади, держави неможливо обійтися? Ну, что нужно от государства, это нужна земля, чтобы государство дало земля. Как она происходит и в Штатах. Государство дает землю, все остальное делают волонтерские организации. То есть волонтерским организациям по силу сделать такой проект, но нужна земля. Потому что для реализования такого проекта нужно хотя бы ну, минимум гектар, а то и два земли. Это не должно быть в городе, это должно быть пригород. Окраине города, это удобнее для реализования такого проекта. Поэтому, если город дает землю, то волонтерская, то есть, если даже мы взялись бы за такой проект, мы его свободно можем реализовывать. Зрозуміло, Федоре, дякуємо вам. Наостанок, Олександре, давайте трохи звернемося до глядачів нашого телеканалу, які зараз дивляться і слухають нашу розмову, до слухачів Першого міського радіо, і розкажемо їм, як людина, яка бачить безпритульну людину на вулиці, як інший одесит, у якого є будинок, може допомогти цьому безпритульному, який опинився у складний час, у холодну погоду на вулиці. Куди звертатися, куди його вести, куди телефонувати? Ну, перше, телефон гарячої лінії 0800 303 999. Він працює круглосуточно. Це телефон нашої місії. Тобто, і якщо чоловік не може сам транспортувати людину, то наша скора допомога вийде і забере його. Ну, естественно, хотелось бы предварительно поговорить с этим человеком о том, вообще он согласен или нет. Потому что, к сожалению, бывают выезды такие, ну, люди очень сердобольные, им кажется, что любой бездомный, он прям он так сильно нуждается, он так сильно хочет поехать.
И он хочет, мы приезжаем, а человек говорит, я не хочу никуда ехать, меня устраивает, я вот тут сижу, мне в стакан кидают деньги, ну, как бы, поймаете, то есть неплохо бы позвонить на горячую линию, поговорить, и все, и сделать шаг, это все очень просто делается. А як можна допомогти пунктам обігріву? Можливо, проносити теплий, непотрібний вже одяг, чи їжу, чи грошима? Тобто, якщо людина скаже, ну, я хочу допомогти, як я це можу зробити? Смотрите, на сьогодні, конкретно сьогодні я столкнувся з чим, що я не змог купити одноразову посуду, що продаються тільки продукти. Ну, хорошо, что у нас был там определенный запас, поэтому нам нужны стаканы одноразовые, ложки одноразовые, одноразовая посуда для того, чтобы мы кормить могли людей. Ну, чай, сахар, носки, обувь, одежда, то есть, естественно, продукты питания, потому что мы готовим сами на приюте кушать и привозим. Вот сегодня, ну, то есть... Чим ви зможете, тим ви можете позвонити по цьому телефону. Давайте опять, ще раз, 0800 303 999. Дуже легко запам'ятовується, до речі. Ну, а щодо роботи пункту обігріву, до якого часу буде працювати пункт обігріву на Куликовому полі? І чи з'являться ще додаткові пункти обігріву? Чи це буде єдиний? Ну, знаєте, тут год у нас був, ми 70 днів стояли. Тому що було холодно, і погода, вона то... Теплело, то холодало, поэтому на данный момент не могу сказать, но сейчас критические очень дни. Все зависит от погоды, так? Просто стоять для того, чтобы как можно больше людей спасти, потому что ну, на самом деле, ну, я думаю, что вы знаете, что позавчера привезли 7 человек, один из них, к сожалению, умер. И вот и я сегодня говорил уже, то повну статистику, можливо, ми узнаємо чуть позже, тому що ми не все зараз можемо увидіти. Дякуємо вам. Тож давайте не будемо проходити повз чужої біди. Якщо хочеться чомусь допомогти, ми можемо так будь-які речі, будь-який посуд одноразовий приносити, привозити до пунктів обігріву. Ми сьогодні говорили з Олександром Грицаєнко, керівником притулку для безпритульних. Дякуємо вам. Також сьогодні з нами на онлайн-зв'язку був Федір Герасимов, засновник служби допомоги безпритульним «Нове життя», який наразі знаходиться у Києві, та Нік Віцинський, що мешкає у Берліні. Також вам дякуємо. Ми повернемося вже за декілька хвилин із новою темою. Дочекайтеся. А як у них знову в ефірі, і наостанок у сьогоднішньому випуску ми будемо говорити про проблеми одеських дрифтерів, про проблеми, які одеські дрифтери створюють для одеситів та одеській поліції. Нещодавно стався черговий конфлікт між поліцією та дрифтерами, які збираються на недобудованій трасі Північ-Південь під мостом. Хто там буває, той знає, де саме це знаходиться. Закінчився цей конфлікт навіть затриманнями і протестами, перекриванням дороги. Було усе. Ну, власне, будемо розбиратися, чи мають право дрифтери на власний майданчик для тренувань та чи мають вони право займатися дрифтингом там, де вони займають дрифтингом зараз, на вулицях міста. І до нашої студії завітав чемпіон України з дрифтингу Олександр Гринчук. Вітаємо вас. Вітаємо. Добрий. На прямому зв'язку із нами також із Інгольштадту Деніс Рем і організатор тренувань та змагань з дрифтингу у Мінську Деніс Белянін. Вітаємо і наших співрозмовників онлайн. Отже, Олександре, пам'ятаю одну з наших розмов із вами, ви говорили, що не всі ті дрифтери, кого насправді вважають і називають дрифтерами в Одесі. Ну да, сложился такой себе стереотип, что любой хулиган на улице, любой человек, который нарушает правила дорожного движения, обязательно имеет отношение к дрифту и, скорее всего, соревновательному. И где-то, может быть, даже он побеждает. Это очень далеко от действительности. И те люди, которые вот сходят с ума в городе, чаще всего очень мало имеют отношение к соревновательному дрифту. И
изредка, то есть там единицы есть людей, которых нам удалось вытащить с улиц, попросить показать свой потенциал и свой уровень на закрытой площадке с определенным судейским заданием. И некоторые из них после того, как у них не получилось, ну, скажем так, вроде бы становились спокойнее. У других же появлялся какой-то такой запал, и они становились соревновательными дрифтерами. А вместе с тем, как ты понимаешь процессы, которые происходят на закрытых площадках, там, где можно, там, где требуют показать больше, вплоть до того, что иногда остаешься без автомобиля, при этом приходит понимание, что то, что происходит на улицах, это не совсем контролируемо, и эти люди редко стали появляться вот в подобных условиях, и где-то за такие вещи берет гордость, но не всех получается утащить оттуда. Як ви особисто ставитеся до того конфлікту, який стався, так, між поліцією, дрифтерами, міська влада підключилася, і чи дійсно в Одесі може з'явитися спеціально відведене місце, такий спеціально відведений майданчик саме для занять дрифтингом? Но он вроде как уже и существует, хотя его никто не давал, и он как бы вроде официально таковым не является. Самоорганизовался, да? Да, он самоорганизовался за пределами Одессы, и это, кстати, тоже является такой интересной точкой мнения то городских властей, то областных. Кто же будет это контролировать? То есть вроде беспредел творится в Одессе, но вот эта трасса недостроенная 6-го километра, да, тоже они все знают, она находится за пределами города, и поэтому каждый так немножко от себя ее отодвигает. Но в то же время там просто проблемы сильно глубже. Связано это с тем, что, ну вот, насколько я помню, я впервые где-то, наверное, год 96-й, когда я попал на Одесский полигон, он называется... Взлетка. И самое интересное, я сегодня буквально там был, тестировал одну из своих машин по ледовому покрытию, потому что это вот редкий случай, когда можно поймать такую погоду в Одессе, минус 15 все-таки на улице. И этот полигон очень был популярен, туда съезжались тысячи людей, там стояли трибуны, там проходили соревнования по драгу, то есть это на ускорение, просто кто первый приедет на финиш. О дрифте тогда никто не подозревал, и первые вот зародыши дрифта в 2007 году, я сам оттуда начинал, все ребята-профессионалы, которые сейчас катаются, и с того времени тоже оттуда начинали, но со временем эта территория была, ну, и она до сих пор, по-моему, остается частная. Вот эта драговая прямая уже уничтожена кладбищем надвигающимся. Угу. Ну, то есть это никому не надо было развивать, это было ничейное, нет такого слова, но оно таким было. И в конце концов эта площадка полностью уничтожена, и на нее и туда реально можно выехать только когда все льдом выровняется, потому что там ямы, там нет асфальта. И одесситы были недовольны таким положением вещей. Срочно нужно было искать другую площадку. Были попытки переехать на авторынок Куяльник, но там проблема в том, что субботу-воскресенье эта площадка недоступна. И тут как раз вот год 2008-2009, недостроенная окружная Одесская трасса, просто уперлась там, недостроили мост, и 3 километра ровной дороги, еще и с двумя развязками, так как Клеверный мост половинка, оказалось вдруг, опять же, никому не принадлежит, хозяйство там никакого нет, и поэтому туда приехали и гонки на ускорение, и мотоциклисты, и хорошее покрытие там, и дрифтеры приехали, только проблемка. Планировалось это как дорога общего пользования, и там есть кюветы, там есть зоны вылета, там есть недостроенные элементы трассы, и... Но я там разбивал машину раз 5 в процессе тренировок, потому что это просто небезопасно. Что говорить о новичках, которые туда выезжают, они просто боятся этого. И самое интересное, что где-то вот года с 2011 у Одессы был статус вот столицы украинского дрифтинга, потому что у нас были все чемпионы Украины и тому подобное. Но... Последние 4 года мы уверенно потеряли этот статус, у нас очень мало приходит новичков, потому что выехать на локацию, посмотреть на дрифт – это круто, но если ты хочешь начать это делать,
то приходит мысль, что, наверное, в городе это более безопасно, чем вылететь в кювет. И, ну, для любого... Я, например, понимаю, что это не страшно в дрифт-машине, а для любого автолюбителя вылететь с дороги – это достаточно такое большое потрясение. В місті не страшно, мабуть, для тих, хто сидить за кермом, але буває страшно для пішоходів і для інших водіїв. А чому ті, хто беруть участь у змаганнях під мостом, так скажемо, так, недобудованої траси Північ-Південь, займаються цим саме там? І це, власне, нормальні дріфтери чи ненормальні? І, до речі, я вставлю свої 5 копійок про те, що водіям і пішоходам дійсно страшно там проїжджати. Я якось вночі там проїжджала повз, і так мені було, ну, лячненько, я тобі скажу. Я там по краєчку якось проїхала і думала, Господи, слава тобі, що я це зробила. Ну, ми розлічаємо, да, що 6 кілометр – це друга локація і друге взагалі місце совершенно. Саме про це Північ-Південь, так. От ця траса, опять же, именно там появилось движение автомобильное, потому что эта трасса была недостроена. Она, кроме этого, меня до сих пор смущает тот момент, что идет три полосы в одну сторону, три полосы в другую сторону, и есть такой маленький аппендикс, через который рекомендуется объезжать, потому что вообще центральные три полосы имеют с той стороны кирпич. То есть, по идее, туда заезжать нельзя, и это суперудобное место, в которое нельзя заезжать, которое можно перекрыть. И если кто-то хотел бы это место уничтожить, то нужно было просто снять кирпич с одной стороны. Но с другой стороны, там тоже за последние лет 7, наверное, 5-7, достроили выезд на улицу... Щорс она называлась, называется до сих пор, то есть новое старое название. И эта дорога стала намного более оживленной, но она стала оживленной в одну сторону, потому что как только вы покидаете вот этот элемент за мостом, она односторонняя. То есть оттуда трафик не идет вообще. Еще один хороший повод перекрыть эту трассу. Ну и сама локация находится просто в 10 кварталах от центра города, и туда собрать большое движение достаточно просто. Однако, хоть я и не поддерживаю все эти ночные движения и категорически против перекрытий, организаторам моста нужно отдать должное. Они старались это держать хотя бы в каких-то человеческих, знаете, отношениях. До 23:00 там происходил весь контролируемый, неконтролируемый какой-то движ. А после этого обычно полностью заканчивались любые там празднования, автомобильные гонки, все. Но, с другой стороны, люди были не удовлетворены, поэтому они растворялись в городе. І от це вже проблема. Ну, що із цим всім робити в Одесі? Ще до цього повернемося, коли будемо підбивати підсумки. Хочеться дізнатися, як з цими всіма дрифтингами, ділами, як справи так в Мінську, в Білорусі, як справи у Німеччині. І я пропоную поспілкуватися із Денісом Беляніним, організатором тренувань та змагань з дрифтингу у Мінську. Денисе, вітаємо вас. Розповідайте, чи є у Мінську спеціально відведені такі майданчики, площадки для того, щоб займатися спортом? І наскільки це все організовано? Чи є, наприклад, такі подібні випадки, як в Одесі, і не тільки в Одесі таке буває, що це якось там самоорганізовуються дрифтери, любителі поганяти, і це якось там в умовах міста все відбувається? Як це у Білорусі? Добрий вечір. Ну, конечно же, есть такая же ситуация, как и у вас в Одессе, что есть дрифтеры свободные, так сказать, которые... Ну как, дрифтеры, тоже опять-таки, как вот Грини говорил, в народе принято считать всех людей, которые как-либо там неправильно повели свою машину на дороге, называют их дрифтерами. Это очень обидно для настоящих дрифтеров. Вот. И есть такая ситуация, да, что у нас тоже в городе это происходит. Но это немного странно, потому что у нас есть площадки. То есть, в отличие от Одессы, у нас есть как минимум Липки, там, где проводят мокрые тренировки, то есть на мокром покрытии. И сейчас открылся большой комплекс Стайки, где дрифты по сухому, и там тайм-атак, и там кольцо есть даже. То есть, в принципе, можно приехать, там за какую-то небольшую сумму заплатить, и потренироваться, в том числе с тренером.
Звідки взявся цей майданчик? Його побудувало місто, його побудували якісь приватні інвестори, так? Частна компанія. Чи він самоорганізувався так, якось ці недобудовані траси в Одесі просто виділили самі собі дріфтери? Як це було у Мінську? Ну, вот полігон Липки, він достатньо давно у нас, і це государственная організація, там изначально производится, как-то сказать, тестирование автомобилей, там, МАЗов наших больших, большегрузных и прочего. И там есть большая площадка, которую сдают нам организаторам, чтобы мы проводили организованные тренировки. Вот. Плюс стайки – это уже, ну как, построила частная компания, которая строит жилые дома, но, так сказать, по заказу государства. Ну, то есть там была такая сделка, что… в одной части города они сносили старую трассу и взамен этого должны были построить новую, новый комплекс. Ну и новый комплекс, конечно, во много раз лучше, чем старый. То есть они молодцы. А наскільки цей спорт взагалі розвинений у Білорусі, наскільки в це там, в тому числі вкладається, ось, наприклад, майданчик у вас є, в нас немає, влада, наскільки це все взагалі розвинено? Тому що в Одесі є спортсмени, в Україні є круті спортсмени, але де займатися і як займатися, вони там не розуміють, роблять це своїми силами. Як це у Білорусі? Ну, на государственном уровне, конечно, нет такого какой-то определенной школы дрифта именно. Это все-таки частники. То есть у нас есть тренер, там вот мой коллега Илья. И, ну, к нему можно обратиться, и он научит. А пока что именно государственной школы дрифта такого нет. Но, опять-таки, у нас есть спортсмены, которые, ну, я думаю, знают и в Украине, и в России, и много где, которые вот сейчас вот в Сочи поехали да. на большие соревнования. И... Ну, то есть але вам є де тренуватися, і це круто. В нас також на зв'язку Деніс Рем, автоблогер з Інгольштату. Ми маємо перейти на російську, бо так Денис нас буде краще розуміти. Деніс, здравствуйте. Скажіть, будь ласка, наскільки дріфтинг може бути законним в Германії, тому що у нас сьогодні приходиться це все обходити, у нас немає спеціально відведених площадок для занять спортом подобним і так далі. Як це в Германії організовано, наскільки спорт этот вообще развит? Спорт этот развит, но если мы говорим сейчас про дороги Германии, про общественные дороги, то это крайне опасно. Это, во-первых, наказывается не только денежным штрафом, а также, если вы зайдете просто в Google, забьете, также это наказывается лишением свободы. Поэтому в Германии ездить на улице боком, либо даже создавать какой-то шум, это крайне опасно. У нас была такая ситуация, мы выехали просто на парковке, и к нам приехали два наряда полиции, это было лет 10 назад, после чего я просто прекратил делать какие-то такие движения на улице. Это крайне опасно и плохо. Если говорить о дрифтовых площадках, которые в Германии есть, то их крайне мало. Если мы включим вот Германию полностью, да, у нас есть Бавария. В Баварии вы можете вообще забыть о том, что такое дрифт. Чтобы мы ездили тренироваться, нам всегда нужно ехать где-то 300-400 километров. Один день дрифта стоит где-то 200 евро. Мы должны принести с собой машину, колеса, ну и прочее. И в Германии развит сильно мокрый дрифт. То есть у нас нет дрифта как такового. У нас три площадки, наверное, есть, где можно заниматься дрифтом. То есть у нас с этим крайне плохо. Ну, а еще есть ограничения по звуку, да, у автомобилей. Для нас это вообще... Да, у нас есть, ты видишь, просто нажал газ в пол с перекрестка, и у тебя прокрутились колеса, то за это тебя могут уже привлечь штрафом до 80 евро. А если ты при этом еще кому-то помешал или сделал аварийную ситуацию, то у нас попунктовая система, всего 8 пунктов, то ты очень быстро можешь такими прокрутами колес потерять свои права. То есть у нас все крайне сложно. Вы говорите о том, что в Германии, да, всего несколько таких площадок, тем не менее спорт развит. Я занимаюсь недавно дрифтом, да? Но у нас, вот, насколько куда мы ездим, у нас в Германии раз, два, три, четыре, ну, пять, может быть, на пятую поехал бы, и все. Больше действительно, а на пальцах считать.
Если сравнивать дрифт в Германии и инфраструктуру дрифтерскую в Германии и то, что вы знаете об Украине, чтобы вот со стороны немецкого опыта, да, можно было бы посоветовать в плане развития этого вида спорта в Украине? Ну, больше легализации, делать больше площадок. У вас много частных лиц, у вас есть такие же площадки, например, старые аэропорты можно брать. Делать больше для людей, я бы сказал так. Вот. У нас это крайне дорого, то есть чтобы мы хотели сделать здесь какой-то небольшой комплекс снять, да, но это в первую очередь, ты можешь взять комплекс, ты можешь снять себе какую-то квадратуру, но дрифтовать тебе там запретят. То есть ты можешь ездить кольцо, ты можешь ездить все что угодно, но именно дрифт как таковой, это, что мы понимаем под дрифтом, это шум и это дым из-под колес. Это запрещено. Да, шуметь нельзя. Это мы уже поняли. Олександре, ми от послухали про те, як відбувається змагання, тренування з дріфтингу, так, у Мінську, як відбувається це у Інгольштадту, і ми знаємо, як відбувається це в Одесі. Якщо порівнювати різні міста із різних країн, де ситуація гірше, а де краще? Ну, знаете, честно говоря, наверное, у нас получше дела, чем в Германии. Так? Это через Я был судьей европейского чемпионата, у нас была большая гонка. Я был безумно удивлен тому, что в Германии мы ездили в Ошерслебене. И прилетел я в Берлин, взял машину в прокат, и действительно, километров, по-моему, 250, может, больше 300, я точно не помню, но там в сотнях километрах исчисляется, пришлось отъехать, и это действительно, вот как говорится, вот это где-то нигде, вообще ничего вокруг нет, и только в этом случае, причем этот трек, там серьезный трек, он, по-моему, даже там под Volkswagen сделан, ну, все очень серьезно, но он находится на таком отшибе, что там любой шум можно создавать, никто об этом не узнает и не услышит. Но це більше погано чи гарно? А? Це більше погано, чи це більше є добре, коли це спеціально? Це цивілізованіше, давайте так скажемо, це безпечніше точно, тому що це був повноцінний трек, це є повноцінний трек з зонами виліту, з дуже хорошою інфраструктурою, з обслуговуванням машин, зі спеціальними зданиями, де можна пілотам зібратися, причому було холодно, пілоти збираються в огромній такій стекляшці з видом на трек, і там відбувається брифінг пілотів, судді розказують, що какое судейское задание. Потом судьи идут в очень цивилизованную судейскую вышку. Но в нашем случае гонки в Украине проводятся. Это вот мы приезжаем на парковку, какую-то парковку, и на два дня нужно построить стадион. Желательно, конечно, если есть иностранные гости, этот стадион должен быть уровня хотя бы вот средненького, а через два дня его нужно разобрать. Ну, якщо з'явиться нормальна інфраструктура для дріфтерів, зокрема в Одесі, ось ці дуже гарні та приємні люди у кавичках, які влаштовують дрифтинг на вулицях міста, вони зникнуть з вулиці? Чи це проблема контролю зі сторони патрульної поліції? Це проблема менталітету загалом? Ну, нужно отдать должное патрульной полиции, что с одной стороны, они стараются контролировать в рамках вот того, что происходит. Но с другой стороны, сколько же говорили, экипажей выезжает в один... Мне сложно сказать, по-моему, что от 30 до... В районе 30 экипажей. Они говорят, когда дрифтеры начинают разбегаться по городу, ну, это город-миллионник, в котором есть чем заняться патрульным, кроме как дрифтером. И иногда, просто выбирая, там кто-то бесится, просто ну, мешает спать, или происходит действительно уголовно наказуемое деяние, они выбирают и пресекают уголовно наказуемые деяния. Ну, есть тут вопрос финансирования либо по поддержке патрульной полиции, но я хочу сказать, что было бы, конечно,
очень хорошо для автоспорта и для этих самых товарищей с улиц, если бы была отдельная площадка для дрифтинга, где можно было бы как потренироваться, так и проходили бы соревнования. Но, с одной стороны, это заняло бы какое-то время просто показать культуру, что вот так нужно это делать, стать для этих же людей каким-то авторитетом, чтобы эта площадка стала достаточно популярной, я не знала, вся Одесса как знает об этом сам мост и о шестом километре. Если хочешь что-то связанное со скоростью, вперед туда. Но при этом я не верю, что получится удалить на 100% всех. Останутся те, у которых не дрифт является целью, а вот побыть вне закона. Это для них такая себе романтика. Но есть и такие отмороженные люди, которые ищут подобного. И тут уже играет роль вседозволенность на улицах города за определенную сумму денег. Ну, Олександре, мы обожаємо вам і вашим однодумцям. Колегам, а не просто любителям поганяти. Однодумцям. Так. Однодумцям, і це дуже важливий сенс має це слово, того, щоб ваш спорт у правильному напрямку розвивався у нашому місті, і щоб з'явився майданчик і взаєморозуміння із владою, і із тими, хто не розуміє, де можна їздити, а де не можна. Дякую, що завітали до нашої студії. Дякую большое. України. Ребятам там вдалеке привіт, огромний привіт і Германії, і Білорусі, і там був обалденно у вас. Чемпіон України з дріфтингу Олександр Гринчук був у нашій студії. На прямому зв'язку з нашою студією із Мінська був Денис Белянін, організатор тренувань та змагань з дріфтингу. А із Інгольштату автоблогер Денис Рем. Також дякуємо і йому. Дякую. Це був проєкт «А як у них» на першому міському. Залишайтеся надалі із нами, а ми кажемо вам до побачення рівно на тиждень.